Все наркотические вещества были обнаружены и изъяты сотрудниками управления наркоконтроля «Главка» в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых как на территории Саратова, так и области. Запрещенные вещества, изъятые в период с 2015 по 2016 года, фигурировали в 44 уголовных делах. Всего было сожжено более 43 килограммов наркотиков растительного и синтетического происхождения. Из них марихуаны 42 килограмма, более 1 килограмма героина, почти 72 грамма гашиша и около 25 граммов амфетамина. Андрей Багаев, Анастасия Потапова, Вести, дежурная часть, Саратов.